Калмыкия. Совхоз имени 24-го партсъезда Яшкульского района. Молодое растущее хозяйство, которое имеет 50 тысяч гектаров земель. Основной профиль – животноводство. Огромные площади в хозяйстве отведены под эффективные кормовые культуры – сорго, суданку, кукурузу. Кормозаготовительное звено Юрия Ивановича Самарина – лучшее в совхозе. Здесь выращен рекордный урожай сорго – 400 центнеров с гектара. Высокие укосы дала и суданка. Орошение – будущее этого степного хозяйства. К концу пятилетки совхоз будет иметь 5000 гектаров орошаемых полей.